Ребят, привет! Сегодня у нас посылка, опять для настоящих фанатов Звездных войн, но уже в скромном варианте. Так, открываем. Это брелки для ключей. Брелочки в виде Дарт Вейдера. Вот так он выглядит. Пластик. Пластик очень классный. Soft Touch. Без острых заусенций. Ну, конечно, надежность этой защелки не очень. Можно просто прицепить за кольцо к ключам, чтобы не потерялось. Вот, и он еще умеет что-то делать. Вот здесь есть отсек для батареек. Я, правда, не знаю, как включить. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте второй откроем. А, понял. Вот, наверное, здесь нужно потянуть. Да или нет? А, все понял. Нужно не потянуть, нужно нажать. Конечно, звуки вообще непонятные, загораются глаза у них. Такая вот безделушка. Стоит она недорого, вроде доллар. Можно кому-то подарить. Подарок простенький, но очень приятный. Например, детям, фанатам Звездных войн. Рекомендовать или не рекомендовать вам покупать, конечно, не могу. Сами понимаете, это просто брелочек. Сувенир, скажем так. Поэтому, если он просто понравился, можете покупать. Материал классный, soft touch. Недешевый пластик. Кстати, совсем не воняет ничем. То есть, за эти деньги он нормальный, хороший подарок. Только что еще увидел одну важную фишку. Что... Этот брелочек может быть как фонарик, просто нужно вот когда нажали и держим, и его глаза светятся. В принципе, где-нибудь в подъезде подсветить тоже пригодится. Так что интересная фишка. Брелок, фонарик и прикол. Три в одном. Ребята, еще раз хочу напомнить, что у меня под видео будет ссылка на мою группу ВКонтакте, где буду выкладывать, как уже вспоминал в прошлом видео, описание про продавцов, сколько дней шло, в каком виде дошло, то есть свои впечатления, то есть по ссылке которых вы можете себе тоже сделать покупки и оставаться довольными. Заходите, смотрите, подписывайтесь в группу. Все, всем пока.